19 сентября 2021 года мы приехали на авиашоу НАТО в Остраве. Вчера было здесь 30 тысяч человек. Сегодня, думаю, может быть, даже и больше будет. Так вот, Евген приготовился к походу. Приготовился, самое главное, тест и билет. Ну да. И вчера здесь был. А, ветер, да, услышишь? Шапка. Нет, я за то, что за штаны, что я... Ну, я взял теплее. Так а что ты? Я дышу. А что-то я, наверное... Я говорю, шапка. Чешочек может вернуться и одеть теплее. Давай, пошли сразу. Да ну ты что, будешь зуб на зуб? Ну это ты не кайфа, ничего. Зверь, о чем ты? Идем. И тут парковище, и там парковище. Геркулесы стоят. Но тут еще обходить нормально. Вокруг поля. Сканируют, наверное. А, это же тебе проверять билет. Так, здесь мы прошли вступенку, тест проверили у нас, проверили нас мануально, то есть осмотрели наши вещи и вручную проверили, общупали нас, спросили, ножи есть, сказал нет, ну проверили все, сказали нормально, идите, вот теперь иду. Народу, в принципе, пока не очень много, то есть мы довольно быстро прошли контроль. Так. А тут вам, пожалуйста, ярмарка на все случаи жизни. Да. Ну да, нормально. А вот тебе 35-й, пожалуйста. F-35. А это какой? L-39. Так, стоп, держи. Держи все ключ. Да. Американский беспилотник. F-35. Американцы стоят, рассказывают тактико-технические характеристики беспилотника. Любознательные.